Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Серега, и сегодня я буду крутить себе золотую версию Hova Type. И сразу у меня есть для вас очень интересное предложение. Я не знаю, выпадет ли мне золотая версия, но давайте сделаем так. Если я солью себе до 10 тысяч кредитов, в общей сумме у меня будет 18 тысяч кредитов, я солью себе все 8 тысяч кредитов на Hova Type. Если с этой суммы мне не выпадет золотая версия Hova Type, я на оставшиеся 10 тысяч кредитов куплю себе сборную пушку за карточку. Вторая пушка за 10 тысяч кредитов, сука, когда люди их выбивают просто за вход в игру. Ну что, дорогие друзья, я люблю рисковать, поэтому давайте рискнем. От вас я жду вашей поддержки царским лайком. Также зайдите в комментарии, за самый смешной комментарий я дам вам 1000 кредитов вам на аккаунт. Все итоги вы сможете найти в группе ВКонтакте. Желаю вам приятного просмотра, погнали! Друзья, для новичков Warface вы можете создать аккаунт сразу с топными пушками и лучшим снаряжением. 6 пушек магмы и 4 лучших в игре шлема магма. Для этого переходи по первой ссылке в описании, крути рулетку, в которой всегда выпадает магма, и получай призы. Регистрируйся и заходи в игру, весь донат будет ждать тебя уже на складе. Чтобы быстрее прокачать, привяжи телефон к аккаунту и получи випку. Также можно пройти опросы, за них также тебе дают випку. В описании тебя ждет много крутых ссылок с бонусами и донатами. После регистрации аккаунта обязательно забери и прокачай себе топовый аккаунт. Вот он, дорогие друзья, Hova Type. Ну давайте попробуем покрутить его золотую версию. Чего уж так говорить, может быть получится. Мне любит всякое говно именно в золотом варианте падать. Я уж не удивлюсь, если выпадет мне какая-нибудь золотая версия. На самом деле, все равно будет, конечно, приятно. В любом случае, оружие играбельное. Конечно, не самое имбовое. Далеко не АК-12, далеко не Брен. Очень неприятненькая дача. И когда я играю с этой пушкой, вот на день мне ее давали с бонусной программы. Ну прям... Ну, не знаю, максимально не чувствуется штурмовик. Когда я раньше играл именно со штурм винтовками, я всегда чувствовал то, что я именно штурмовик, что я должен стоять по головам, быстро наводиться, стреляться. Я могу заточить, запомнить какую-либо отдачу и просто убивать всех и вся. То сейчас такие штурм винтовки просто намного проще по таким особенно моделькам с новыми бабы-скинами. Просто зажать куда-нибудь в район груди и срандомит в голову. Ну ладно, срандомит в голову. Если убьешь в тело, то, собственно говоря, убьешь тело, особенно с таким огромным уроном. Ну не нравятся мне такие штурм винтовки, хрен его знает. Совсем недавно выбил золотой себе ТЭК-9, но до золотого ТЭК-9 последний донат, который именно я выбивал из коробок удачи за кредиты, выпадал мне 7 месяцев назад. Это была золотая СВ-98 с 5 коробок. Это просто полнейшая жопа! Что за херня? Потому что остальные пушки золотые мне просто подписчики пин-кодами дарили. Что это за херня? Я вообще не могу понять. Алло, коробки удачи, вы мне вообще выпадать что-то будете? 50 тысяч кредитов тебе там выпадет золотой донат. Да конечно, я заметил. 16 тысяч кредитов осталось, так, ладно, хорошо. Еще как бы есть бабойски потратить. Честно, даже обычная версия не выпадет, такая, да зачем она тебе нужна, да я всего лишь золотой. Ты меня не хочешь, вот я тебе и не выпаду. Ну, ладно, что уж поделать, окей. 1 час, давайте попробуем так же крутить, как я тег крутил. Что когда по 5 коробок открываю, да, это, конечно, дешевле, немножко там получается, но... Но почему-то не везет, вот прям максимально не везет. Может быть, Warface вот так вот заколдовывать, по 2 коробочки открыть, по 3 коробочки. Ну вдруг больше-то повезет Warface-то, а! Ну что такое, 3 часа, понимаю. Не, на самом деле, кредо не хочу очень сильно тратить. Немножко их осталось уже. Не скоро будет обнова, где новые пушки добавят. Но все равно, очень уже приятно, я уже привык, потому что на аккаунте, вот, так много кредитов лежит, вообще так классно. Охрененно, 3000 кредов уже улетело. Не выпала даже обычная версия. Окей, понимаю. Чем, кстати, золотая отличается? 35 патронов, а тут 32 патрона. А магазины-то одинаковые. Куда же он, интересно, эти 3 патрончика засовывает? Ладно, неважно. Хорошо. Блин, как я уже реально затрахался эти коробки удачи крутить. Вот вы знали мое душевное состояние по этим коробкам удачи. Ну просто крутишь в надежде золотую версию выбить. Тратишь столько кредитов, и тебе все равно не выпадает. И сейчас что-то... Что-то мне вообще прям не нравится, что даже обычную версию он мне так и не дал, чтобы я хотя бы расслабился, то что, ну все, типа, обычная версия хотя бы у меня есть, окей. Но что-то какая-то жопа, мне что-то это прям вообще моментально не нравится, смотрите-ка. Ну, эту пушку, наверное, просто очень мало людей крутит, особенно сейчас еще ночь, и эту пушку прям космически мало людей крутит, минимальное количество. Все там пытаются киллтейки выбить, СИГ-МПХ и, конечно же, какой-нибудь АК-12. Но точно не эту пуху крутит себе, я уверен, поэтому... Как видите, кредов на него что-то очень много уже уходит, прям обычная версия. Подожди, мне даже карта черного рынка до сих пор не упала, подожди. Или тут, нет, есть карта черного рынка, она мне до сих пор не упала. Лол, это, вот подожди, это что-то уже неожиданно, это очко-то сейчас горит, ребята. О, сука, Hova Type 89, сука.
Еще кастом! Ой, у меня очко сейчас горит! Ой, сгорит, даже обычно не выпадет мне! С такой-то суммы кредитов! Не-не-не-не-не-не-не! Ты со мной, сука, так лучше не шути! Давай мне обычную, быстро! Чё-то мне это вообще не нравится. Мне вообще в последнее время коробки удачи по шансам не нравятся. Но мне кажется, нужно делать то, что... Не среди всех эта пушка будет разыгрываться таким образом. Это потому что, если не вот какое-то неликвидное говно, которое мало кому нужно. Ну что это такое? Посмотрите, она просто не падает. Что за говно? 7 дней выпало. Даже карта черного рынка до сих пор не выпала. Ару! Алё! Эй! Это что за говно вообще? Ты что, мне толишь что ли или что? Вот я не знаю, вот кредиты, которые я сам лично закидываю там по акциям, мне с них все быстро выпадает. Вот стоит что-то на торговой площадке продаться, с этих кредитов просто вообще ничего не выпадает. Прям вообще ничего. То есть, что это вообще за говно? Как это вообще понимать, Warface? Алло, 12... Сколько кредитов уже потратил? 5000 кредитов я уже потратил. На это говно! На это говно 5000 кредитов, Warface! Хотя последний раз, когда я СВ-шку называл говном, в итоге она сейчас самая имбовая пуха на снайпера. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, Хова реально тоже когда-нибудь самой имбовой пухой станет. Админ такие решат, потом ей отдачу сделать, как у АК-12, или вообще очень минимальную отдачу сделать. И она такая самой имбовой пухой станет, я такой, опаньки, привет, а у меня тут золотая версия есть. А ни хрена, у меня пока даже обычно нету. Нет, это какой-то рофл. Это вообще бред какой-то. Не, мне так не нравится, сука, по 8000 кредов сливать на какое-то говно, именно на какое-то говно, даже когда обычная версия не может выпасть. Это прям по максимуму мне не нравится. Ладно, там, не знаю, обычно выпало, я потом уже на свои бабки там, ладно, на свой страх и риск крутился золотую пуху. Но когда она не может выпасть даже обычная, не знаю, честно говоря, у меня какие-то сомнения начинают происходить. Как будто, не знаю, как будто я настолько о своем познании преисполнился, то что, как будто чувствую то, что я полный кретин, вообще полнейший, сука! Не, я в шоке, 7 тысяч кредов уже улетело. 7 тысяч кредов улетело на вот это говно. Что 8 тысяч кредов у меня улетело на Стэн, который тоже, я вряд ли вообще, я с ним так ни разу не играл, чисто для коллекции выбил. Что сейчас на вот это говно улетит столько кредов, вы че, ровлите что ли с меня? Не, это просто, это смешно, даже карта черного рынка не падает. Это, кстати, очень интересно, может быть они шанс на карту черного рынка наконец-то сделали прям вообще минимальный. И типа, а нахрен на него шанс минимальный делать? Все равно, типа, мне кажется, мало кто людей пользуется. Обосраться можно! Обычно, сука! Твой рот делал просто не могу. Конечно, обычное выпало. Понимаю, обычное выпало. Ладно, дорогие друзья. Что-то мне это не нравится. Я хотел получить, на самом деле, что-то покруче. Что-то покруче хотел получить. Но, дорогие друзья, я получу что-то покруче. Я возьму деточку и получу что-то покруче. Мы заходим в карточки. Смотрим, сколько стоит моя АЦРочка, потому что я хочу свою АЦРочку стику БК, сама она мне очень понравилась. Блин, 1000 карточек нужно для АЦРочки. Блин, многовато, конечно, карточек нужно. Ну, дорогие друзья, я же вам уже 10 раз, 10 тысяч раз говорил то, что я крейзи. Поэтому я, деточка, крейзи, я покупаю свободных 1000 карточек за 10 тысяч кредитов. Я похож на идиота, согласен, но я хочу себе АЦР-стику БКСом навсегда. Я именно его, деточка, хочу. Я сейчас, деточка, просто беру и создаю его. 50 тысяч варбаксов, ну твою мать, ну вы гоните, ладно, давай. Вот он, вот он, вот он, вот он. Уже вторая пушка за такую, конечно, не самую лучшую сумму кредитов. Конечно, хотелось бы, чтобы за вход в игру мне он выпал. Вот как-то так, но что поделать. Вот он мне реально на ПТСе понравился. Я так хотя бы для коллекции захотел его получить. Но вообще по своему сетапу мне вот эта пуха реально понравилась. Сколько у нее патронов, какие модули у них есть, как она себя ведет. Мне правда она понравилась, поэтому... Хова тайп, детка! Получил я, конечно, обычный навсегда. Эх, ладно. Все равно мне золотое как бы не особо нужно будет. Не думаю, что я с этой пушкой буду играть, пока ее не апнут. Или реально не найдут в ней какой-то скрытый потенциал. Креды все же давайте все до нуля потратим, чтобы... Они не мозолили мне глаза. Может быть, сейчас с этой 5 коробок просто выпадает золотая версия. Обосраться просто можно. Спасибо, дорогие друзья, то, что смотрели это видео до конца. Я очень рад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваше мнение в комментариях. Все ссылочки есть в описании. Обязательно загляните. Мы с вами увидимся. Всем удачи. Всем пока.